Пицца на кабачке на сковороде намного нежнее и полезнее обычной пиццы, и делается такая пицца намного быстрее и проще, минимум муки и калорий. Давайте приготовим. Кабачок натереть на крупной терке, оставить на 5 минут, затем отжать. Добавить 1 яйцо, соль по вкусу, рисовую муку 5 столовых ложек, 1 столовую ложку сметаны, измельченный чеснок и любимые специи. Все тщательно перемешать. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладываем кабачковое тесто и разравниваем. Жарим на маленьком огне под крышкой 10 минут. Переворачиваем с помощью тарелки и выкладываем начинку. Томатный соус, куриную грудку и моцареллу. Жарим еще 10 минут и даем немного постоять под крышкой. Пицца готова. Все быстро, просто и вкусно. Получилась отличная альтернатива сдобной пицце. Такая пицца понравится всем, и взрослым, и детям. Попробуйте. Это прекрасный домашний завтрак, обед или ужин. Приятного аппетита!